Спортивный дед, теперь бокс. Владимир Суриков – известный на весь Красноярск блогер с ником «Спортивный дед». Он прославился тем, что оборудовал спортзал в вагоне поезда. Владимир работает на железной дороге и занимается боксом. Сейчас готовится к поединку. Каждый вечер я себе говорю: «Ой, Владимир, Владимир, вписался ты в такую авантюру», потому что проходит, ну, мне 46, сейчас 47 будет, двухразовые тренировки каждый день, кроме воскресенья. Поэтому достаточно даются сложновато в этом возрасте. Боксом мужчина занимался только в детстве. Так что, можно сказать, с нуля развивает все навыки под наблюдением профессионального бойца ММА Владимира Дайнека. Сейчас лево пробиваешь, правый, левый корпус и правую голову. Медленно сделай. Раз, правый, левый корпус, да, и правую голову, да. Все. Хорошо. Большой упор делают на технику, удары, блоки, движения. Развивают также физические кондиции. Бой будет длиться 3 раунда по 3 минуты. Нужна выносливость. Если не будет кардио, в принципе, раз-два махнул и все, задышал. Ну и особый фактор – это психологический фактор. Потому что как бы ты ни был готов к поединку, там, ну или к спаррингу даже на тренировках, все равно, если ты психологически не настроен, то ты прогоришь. А психологически мы настраиваем вот так. Просто я завожу сюда двух молодых парней, они его бьют. Все, он привыкает к этому. Пофинтить, уклониться и печень пробить. Вот, вот над этим я хочу. Мне хочется именно соперника печеночку прозондировать. Семья Владимира к необычным решениям мужчины уже привыкла. Отговаривать никто не стал. Наоборот, поддерживают. А, я по жизни такой. Жена машет, говорит, опять у тебя. Я авантюрист по жизни. Она машет и говорит: опять ты в какую-то тему ввязываешься. Поэтому руками разводит и все. А молодежь поддерживает. Молодежь вообще все. Молодец, дед, типа в этом возрасте как бы. Чтобы лучше оценить перспективы в поединке, я решил выступить в роли боксерской груши. На себя все удары приму. Здоровья мне побольше. Вот я заряжен. А страшно все равно. Но ты уже выглядишь страшно. Я прям почувствовал, особенно вот эти в корпус, несмотря на пояс. В общем, не завидую я сопернику Владимира. Поединок пройдет 3-4 апреля на спортивном фестивале. Соперник пока неизвестен, поэтому готовится к любым сюрпризам. Владимир не загадывает результат поединка. Считает главное проявить себя достойно и стать примером для многих.